Что делают онкологи всего мира в первую неделю июня? Все они ожидают новости с конференции ASCO. Конференция ASCO – это крупнейшее онкологическое научное мероприятие, на котором докладываются самые интересные события в онкологии, которые уже завтра меняют нашу клиническую практику. И, конечно же, этих событий настолько много, что уследить одному специалисту со всеми ними невозможно, ознакомиться с ними. И для того, чтобы облегчить жизнь всем нашим коллегам, практикующим онкологам, общество РУСКО ежегодно проводит конференцию по следам ASCO, где эксперты совместно с молодыми онкологами разбирают для начала, что изменилось вообще в лечении той или иной нозологии за последний год, а также, что нового было доложено вчера на конференции ASCO, и что уже в ближайшее время может войти как в клинические рекомендации, так и в нашу рутинную практику. Поэтому, дорогие друзья, приглашаю всех вас принять участие 7 и 8 июня в конференции РУСКО по новостям ASCO. Скучно не будет.